Привет! На днях мы видели восстановление Canon 6D Mark I, и он прекрасно себя чувствует, показал себя очень хорошо во всех испытаниях, и сейчас переходим к его другу, который был также утоплен. Это 70-200 диафрагма 4, объектив тоже также ухнул в воду, сейчас он в стрэп-пакетах. И в общем состояние вот такое, как и мы видели буквально недавно с объективом Lumix. Наша задача сейчас все это дело также разобрать и привести в порядок. Там еще видно воду, и это очень хорошо, потому что отсутствие воды привело бы к тому, что это все дело у нас очень бы сильно начало превращаться в кристаллы, и соль кристаллическая разрушала бы уже поверхность линз. Переходим сейчас к разборке объектива, и сразу же на каждом этапе мы будем чистить детали, которые были повреждены влагой. Поехали! Судя по тому, что корпус собран таким образом, что его не разобрать, это все у нас литье и запаяно получается под температурой на прессе, термопрессе. И блок не раскрыть никак не получается. Тогда такой узел только под замену. Я пытался сейчас прогреть, чтобы линза вышла отсюда, но это тоже не дало никаких результатов. Все впрессовано под высокой температурой, и вот это кольцо получается вплавлено и сшито вот в этом месте, вот так вот. Это прижимное кольцо, и оно заварено вот тут. Это шов с этой стороны, получается шов вот в этом месте, вот тут, и этот блок сюда тоже вклеился под температурой на станке. Швов разъединяющих нету больше, это монолитная деталь получилась. Поскольку суммарный объем работ и стоимость этих работ вместе с запчастями будет больше, чем в хорошем состоянии объектив, то заказчикам было принято решение, в общем, отказаться от ремонта. Ну и, собственно, правильно, потому что это все-таки четверка, и, наверное, не стоит это того. Так, ну на этом все. Давайте собирать и, в общем, сдавать. Всем пока. Ну и вот линза собрана.